Отдать дом книги на приватизацию или нет? С этим вопросом представители администрации уже не единожды выходили на заседания думских комитетов. В этот раз к народным избранникам специалисты КУМИ пришли с поправками в этом проекте. Новая редакция проекта основана на том, что изменилась рыночная стоимость муниципального имущества. Срок действия прошлого отчета об оценке истек. И на сегодняшний день рыночная оценка составляет 43 миллиона 670 тысяч рублей пакета акций акционерного общества «Дом книги». Первоначальная стоимость акций составляла 39 миллионов 200 тысяч рублей. На эту цену нашелся лишь один потенциальный покупатель. Появится ли желающий после увеличения – вопрос открытый. Работу проводим. Мы общались с предпринимателями, которые потенциально готовы приобрести пакеты. Но вот чтобы кто-то сказал, что «да, я иду», такого нет. Подобная ситуация происходит и с магазином «Звездный». Аукцион по продаже здания на улице Некрасова проходил уже дважды, но потенциальные покупатели так и не заявились. Спустя полгода помещению также провели повторную оценку рыночной стоимости. Начальная цена продажи составляет на сегодня 22 миллиона 073 тысячи рублей. Получается, что стоимость, начальная цена понизилась порядка 3 миллионов рублей. Порядка 3 миллионов рублей, да. Вы видите, в каком состоянии оно. Заброшено немножко. Какая судьба ждет дом книги, магазин «Звездный» и появятся ли у них новые владельцы, покажет время. Оба вопроса повестки депутаты вынесли на ближайшую сессию. Мария Руинч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров 24.